О том, какой инструмент необходим для сборки теплиц, а именно легенда. Что нам нужно? Нам нужен ключ на 13 для сборки болтов, для затяжки болтовых соединений, либо вот такая головка на 13. Далее, чтобы резать поликарбонат, нам нужен ножик, чтобы размечать маркер с рулеткой. Режем доборку ножницами по металлу. Шуруповерт. Можно, конечно, и от руки все крутить, но шуруповерт очень будет полезен. Какие биты для шуруповерта? Это бита для кровельных саморезов на 8. Для соответствующих саморезов, правда, они у нас по металлу. Далее. Для клопов крестовая бита, желательно с магнитным держателем, чтобы не спадывались клопы. Дальше. Бита на 10, удлиненная. Это для глухарей, если мы к брусу прикручиваем. Если анкера, то это 13, либо 14. Если есть система подвески, то удлиненная на 8. В принципе, весь минимум, какой необходим для сборки теплицы, я показал.